Всем привет, меня зовут Стас, и это компания Soft Club. Итак, я решил сегодня установить игрушку GT Racing 2, то есть многие из вас знают, многие не знают. Оп, прошу прощения, запустил асфальт. О том, что вышла бесплатно данная игрушка, это по сути небольшой аналог Real Racing 3, ну либо же конкурент, уже конечно же решать вам. И топовый флагман Samsung Galaxy S4, 4 ядра на борту. И iPhone 5s на пятерке я, к сожалению, не сравнивал, нету возможности, но тем не менее. На борту всего лишь 2 ядра, то есть, ну, на самом деле, этот аппарат по характеристикам, по железу, намного круче, чем iPhone 5s. Но, давайте посмотрим, кто из них запустит первую игрушку и где она лучше всего. Итак, запускаем сначала на тут и потом тут. Я даже фору дал, не то чтобы. Итак, пока она загружается, сделаем чуть тише. Здесь я уже буду играть. Отлично, модернизация. Это она еще по сути до сих пор запускается. Выбираю какую-то гонку, нажимаю продолжить. Окей, гонка. Выбираю какую. Нет, спасибо. Все, я уже по сути почти что в гонке. Теперь тынс. Если кто не верит, давайте я не показал о том, что у меня все было закрыто. Делаем это еще раз. Теперь можем сделать это одновременно. Фору я уже давал. Итак. Отлично. То есть, в принципе, ничего не изменилось. Компания. Выбираем гонку. Нет, спасибо. Продолжить. Наверное, да. Принять. Наверное, что-то я тут. Окей. Закрыть. Но на самом деле, игрушка неплохая, я на нее сделаю обзор в ближайшее время. Мне просто было интересно. То есть то, как это все работает вот здесь. Теперь, ну, давайте я увеличу чуть яркость, да, чтобы вам было видно. Отлично. Теперь давайте попробуем зайти в одну и ту же гонку. Так, назад, сюда. Первая гонка. Сюда. Первая гонка. Я ее уже прошел. Нет, спасибо, нет, спасибо. Но здесь я не попал, да. Ждем, пока загрузится. 4 ядра, ребята. 4 ядра. Ждем. Ждем, ребята, ждем еще чуть-чуть. О! Отлично. Ну и в самой игре обратить внимание, то есть уже все достаточно неплохо. Ну, вид можно поменять. Отлично. Что хотел сказать. Именно в данной игрушке, ну давайте сделаем все это дело чуть тише. В данной игрушке мне очень понравилась реализация здесь, но и понравилось кое-что здесь. Значит, на айфоне данная игрушка хоть и прорисована чуть-чуть лучше, чем на Galaxy S4, но, конечно, за счет того, что экран больше, вот, играть на нем намного приятнее. Вот, однозначно играть именно на Galaxy S4 действительно приятнее. Почему? Потому что, ну, экран. Экран действительно делает свое. Вот, здесь спорить однозначно не буду. То есть, был бы у меня сейчас, в данном случае, iPad, я бы играл на iPad, но ждем мини, посмотрим. Хотелось бы, конечно, во-первых, сделать обзор, да, на него и уже поиграться и купить его себе. Поэтому вы смотрите, на самом деле, железо не всегда имеет значение при покупке какого-либо аппарата. Если вы покупаете iOS устройство, то вы в любом случае, на любом устройстве будете довольны от его работы, да? Ну, если не брать, конечно же, iPhone 4 на сегодняшний день, это все-таки не, ну, чуть-чуть устаревший аппарат. Что покажет Galaxy S5, крайне сложно ответить, но мы будем ждать, смотреть и следить за новостями от данных компаний. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до скорых встреч. Не забываем подписываться на наши подкасты, на наш Twitter, для того, чтобы получать своевременные уведомления о всех видео, которые выходят на нашем канале. И, конечно же, посещать наш сайт. Всего вам доброго и до скорых встреч.